Вот такой вот спортзал, где мы занимались все. Кто играл в гандбол, кто в футбол. Все вот так вот печально. Спортзал. Реально тут я занималась гандболом, футболом, теннис. Було круто. Там у нас був фітнес-зал. Короче, якось так. Вікна закривала практически. Велком. Посад Покровськ. Фу, нельзя. Фу, сидеть. Ай-яй-яй, молодец, молодец.